Здравствуйте, дорогие друзья! Спасибо, что смотрите наш канал «Прошу к столу». Сегодня мы с вами будем готовить мясной пирог. Для этого нам понадобится мука, яйца, сметана, соль, перец, лук, фарш, растительное масло, семечки сезам, базилик, тимьян и сода. Начинаем готовить фарши. Сначала обжарим фарш с луком. К фаршу добавляем лук. И специи: розмарин, базилик, черный перец и соль. И жарим до готовности. Теперь готовим тесто для пирога. Рецепт очень простой. Мы просто по очереди взбиваем все продукты. Фарш готов, тесто готово. Смазываем форму маслом, выливаем в нее половину теста. Тесто разравниваем. Сверху на тесто выкладываем фарш. И вот я пока жарила фарш, решила, что сюда еще будет очень вкусно добавить сыр. Вообще вы можете добавлять любые продукты, ведь это пирог, и можно сюда положить все, что вы любите. И заливаем оставшимся тестом. Теперь пирог посыпаем семечками сезам. Ставим пирог в духовку на 30-35 минут при 180 градусах. Вот и готов наш пирог. Друзья, посмотрите, как он получился румяный, красивый. Друзья, я рекомендую вам всем обязательно приготовить такой пирог. Пирог получается очень сочный, красивый и ароматный. Спасибо, что смотрели наш канал. Подписывайтесь, не забывайте ставить лайки и оставляйте комментарии. Прошу к столу и приятного вам аппетита!